Здравствуйте. По мнению бывшего исполнительного директора Всемирного банка Раджирия Стударта, Вашингтон вряд ли отреагирует на расширение БРИКС в краткосрочной перспективе. США необходимо прежде всего устранить собственные угрозы в сфере безопасности, сказал экономист в интервью РИА Новости. Мнение эксперта цитирует агентство Prime. На минувшей неделе в Йоханнесбурге прошел саммит БРИКС, по итогам которого лидеры приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию стать полноправными членами Альянса. Формально расширение группы должно произойти с 1 января. В целом, полагает Стударт, ни одна из стран на текущем этапе не решится резко высказываться против расширения БРИКС, поскольку данный процесс выходит за рамки дискурса конфронтации и скорее ориентирован на долгосрочную перспективу. В конце прошлой недели официальный представитель Госдепартамента, комментируя расширение БРИКС, заявил, что США предоставляют другим странам самим выбирать партнеров, с которыми они намерены сотрудничать, и альянсы, в которые они пожелают вступить. На данном этапе БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южноафриканскую Республику.